Большие поганки. 25 сентября сегодня чуть-чуть теплее, чем вчера. 9 часов утра. Я смотрю. Больших поганок. Птенец уже подрос, но у него еще есть пушок в нижней части и сзади. Большие поганки греются на солнце. Мама и птенец. Чумга, как поплавок. Эти поганки приводят себя в порядок. За 2 дня подрос. Вот этот последний птенец, он уже самостоятельно ныряет. Отплыл от мамы, поймал рыбку. И снова поймал рыбку. Чумги никуда не спешат, встали как на якорь. Явно греются на солнышке. Ждут, когда воздух прогреется. Сегодня максимальная температура 15 градусов.
солнце светит прямо на меня, и чувствуется, что оно греет. Птицам сегодня комфортно. Не жарко, не холодно.